В Славянске на Кубани продолжаются малые Олимпийские игры. В них принимают участие ребята, посещающие дворовые площадки. На этот раз юные спортсмены соревновались в дартсе, шахматах и шашках. За интеллектуальными баталиями наблюдали наши корреспонденты. Для ребят, посещающих летние дворовые площадки, каникулы проходят весело, интересно и спортивно. В рамках малых Олимпийских игр, которые традиционно стартуют в нашем городе с началом лета, для юных славянцев проводятся всевозможные спортивные соревнования. Ребята соревнуются у нас в футболе, стритболе, шахматы, шашки, дартс, туристическая полоса, пляжный волейбол, пионербол. То есть у нас проходит целый цикл спортивных мероприятий в конце лета, в конце августа. Мы подводим итоги соревнований «Малоолимпийские игры». На этой неделе за победу ребята боролись в таких видах соревнований, как дартс, шахматы и шашки. Вожатые их, как могли, поддерживали юных олимпийцев. Я сегодня детям помогаю настроиться и выиграть в этих соревнованиях, так как я верю в то, что они могут это сделать, победить и выйти на первое место. По итогам соревновательного дня были определены победители как в личном, так и в общекомандном зачетах. Результаты будут внесены в копилку достижений каждой дворовой команды. Итоги подведут на закрытии малых Олимпийских игр. Так что у тех, кто не смог проявить себя в шахматах и шашках, еще есть возможность отыграться. Мне нравится, мы постоянно играем в футбол, в соревнованиях занимаем первые места. Сегодня мы взяли второе место, но завтра мы должны выиграть. Кроме спортивных соревнований, ребята могли проявить себя и в творчестве. Для них был проведен конкурс рисунков на асфальте на тему «Моя кубанская семья» и «Здорового образа жизни. Нет места наркотикам». Анна Монастыренко, Наталья Лях, Георгий Калинин, Александра Тимовская. Программа «События».